Кулерина, мне нужен текст твоей песни. Какой еще песни? Ну, мы вчера, когда с бабушкой ушли, ты пел песню, я не помню, типа там «Бойся, бойся, не бойся, лети, не лети». Ну, в общем, я ее слышала. Ну, слышала и молодец. Можешь расслабиться. Кулемина, ты понимаешь, мне нужен текст песни. Тебе-то зачем? Ты читать-то не умеешь. Ой, как смешно, пошутила, острячка. Ты понимаешь, что мне сейчас ее петь нужно со сцены? А я слов не видела, я так хотя бы прочитаю, как-то буду ориентироваться. Вообще, хватит выделываться. Зеленова, да ты офигела! Кто тебе сказал, что эту песню поешь? Ну, вообще-то, если ты не заметила, то весь вечер на сцене солистка я. Да мне по барабану, солистка фигова. Эту песню пою я, ясно? Все, свободно. Хамка тройная. Как относитесь к творчеству, девчонок? У вас в школе все о них пищат. Конечно, нравится. Правда, насчет музыки я не уверен. Да я, честно говоря, так в этом разбираюсь, что... А что тогда нравится? Нравится? Само увлечение музыкой. Теперь, когда я увидел их на сцене, я понимаю, что все это серьезно и не баловство. Да какое уж баловство? Серьезный творческий коллектив. А это вот что за девочка была, солистка? Раньше я что-то про нее не слышал ничего. А, Полина. Ну, это так, временно. Не обращайте внимания. Понимаю, реклама, пиар, креатив. В общем, все как у взрослых. Ну да, типа того. А мне почему-то казалось, что вы не одобряете увлечение Жени. Или я ошибаюсь? Да нет, не ошибаетесь. Но после определенных событий я стал по-другому смотреть на некоторые вещи.